Питер Рейли, главный врач комплекса «Дельта», 29 октября 2145 года. Мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения, пытаясь справиться с неожиданным всплеском психических расстройств. Я обращался за консультацией к психиатрам на Земле, но пока не получил от них дополнительных данных. Примерно у 80% всех участников экспедиции в другое измерение в течение 2 суток после возвращения появляются симптомы невроза средней тяжести. На 3 сутки 75% больных демонстрируют признаки тяжелого паранояльного расстройства с галлюцинациями и вспышками насилия. Мы изолировали этих пациентов в надежде выявить патоген. Пока мы не смогли найти никаких органических веществ, которые могли бы привести к таким радикальным нарушениям когнитивных функций. Судя по всему, патоген, чем бы он ни был, вызывает расстройство функций высшей нервной деятельности, оставляя в неприкосновенности только спинномозговые функции. По нашим наблюдениям, большой процент заболевших быстро теряет способность к рациональному мышлению и общению, а затем начинают появляться... У больных начинается атрофия. Кожа бледнеет, мышцы ослабевают, кости, зубы и ногти становятся почти прозрачными, от людей остаются одни вены и сухожилия. Продолжаем наблюдение. Все идешь вперед, солдат. Твой путь никуда не приведет. Ты умрешь, и я заберу твою душу. Слава богу, ты не из этих. Похоже, все остальные мертвы. Я тоже виноват. Внес свой вклад проникнуть в другое измерение. Какое безумие. Слушай, у нас нет времени. Мы впустили сюда дьявола. Защитный стабилизатор портала отказал. Когда Бетругер забрал эту штуку, артефакт, который мы нашли в руинах, он унес его за портал, а потом полезли черти. Сначала помоги мне. Я пытаюсь снова запустить телепортер. Все вокруг разрушено. Выбраться отсюда можно только через портал. Найди мне исправный плазменный излучатель. Тогда я смогу включить телепорт. Он должен быть в управлении, в серверной. У меня есть допуск. Я открою тебе двери. Готово. У нас мало времени, поторопись.
Питер Рейли, главный врач комплекса «Дельта», 1 ноября 2145 года. Больной 0432, рядовой Стив Дженсен, умер сегодня в 15:43 от огнестрельной раны, которую он сам себе нанес из табельного оружия. Смерть наступила примерно через 110 часов после его возвращения из экспедиции на ту сторону портала. После экспедиции у рядового Дженсена развилась паранояльная шизофрения в тяжелейшей форме с галлюцинациями, осложненная прогрессирующим слабоумием. Лечение оказалось неэффективным. Он был последним, кто выжил из этой исследовательской партии. Четверо остальных, вернувшихся вместе с ним, умерли от полученных в экспедиции ран вскоре после возвращения. Перед смертью рядовой Дженсен кричал на английском и других языках. Что-то про орды демонов, которые пожрут наши души. Мы проанализировали другой язык, на котором он кричал. Оказалось, арамейский. В свете таких тревожных событий я разместил в своем кабинете запас медикаментов и боеприпасов. Дезинфекция начата. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Дезинфекция начата. Дезинфекция закончена. Всего доброго.
Внимание! Работает система подачи галлона. Доступ запрещен. Счет 16.08, 2 ноября 2145 года. Больной рядовой Стив Джанс. Умер вчера. Лечение оказалось неэффективным. Первоначальный врачебный осмотр обнаружил только слабо выраженный психоз. Единственным признаком расстройства была паранойя. Прилагается запись G8A, рядовой Стив Дженсен, 18 октября 2145 года. Психиатр. Во время следующего осмотра больного, через трое суток после первого, обнаружилась быстрая регрессия физических и умственных функций. Поведение не соответствовало ни одному из известных паттернов. Прилагается запись H32, рядовой Стив Дженсен, 21 октября 2145 года. Что ты видишь, Стив? Расскажи мне. Я не хочу это видеть. Они скоро будут здесь. И тогда мы все увидим. Ты можешь сказать, что ты видел?
Система подачи галлона отключена. Медицинский отчет 16/8. Thank you.
Фил Вильсон, фельдшер лаборатории Дельта, 20 октября 2145 года. Сегодня я наблюдал третье испытание телепортатора. Третье за три недели, что я понял. Добровольцев набирать становится все сложнее и сложнее. И нетрудно понять, почему. Они возвращаются вопя безумные о демонах, о морях крови, огонь, сера, все такое. Сначала я не обращал на это особенного внимания. Просто занимался своим делом. Но последним был Роберт Клейтон. Я встретил его в первый день своего пребывания здесь. Чтобы сломать такого крепкого мужика. А теперь он сидит в изоляторе с мягкими стенками, обколотый транквилизаторами, и пускает слюни. Драпать отсюда надо, вот что. Согласно просьбе, излагаю мои впечатления от первого путешествия сквозь портал. Рядовой первого класса Фрэнк Синдерс. 15 октября 2145 года. Даже не знаю, с чего начать. Ну, раз уж я пишу этот отчет, значит, я выжил и чувствую себя только неплохо. Не замечая в себе ничего из того, о чем докладывали другие, прошедшие через портал. Ну, я все еще пытаюсь разобраться. Что могу сказать? Мы открыли какую-то мерзкую дыру, которую лучше бы не открывать. Слава богу, там вряд ли есть жизнь, но огонь, жара, зловоние. Пахло смертью, тлением и горелым мясом. Завтра мы ведем туда компанию яйцеголовых. В смысле, сотрудников нашего отдела. Выставим передовые посты и начнем высылать разведывательных роботов. Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие. Зачем мы вообще туда полезли? Что, кому хотят доказать? Рядовой первого класса Синдерс, доклад закончил. Oh, God!
Отлично. Теперь телепорт заработает. У нас очень мало времени. Ты должен телепортироваться через камеру. Это единственный путь. По-другому отсюда не выбраться. Зайди в камеру и запусти машину. Остальное мое дело. Я останусь здесь. Удачи. Но пока ты не ушел, вот возьми. Это моя дневниковая запись об экспериментах. Тут все есть. Все объяснения. Чтобы такое больше никогда не повторилось. Меня зовут Йен Маккормик. Я научный сотрудник марсианского филиала UAC. Я работаю, то есть работал, под руководством доктора Малькольма Бетругера, помогал ему ставить различные эксперименты. Хотя весь последний год мы занимались только телепортацией. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда живым, поэтому я записываю этот видеодиск, чтобы люди знали, что тут случилось, и не дали этому ужасу повториться. Сначала эксперименты по телепортации были невероятно увлекательны. Мы создавали новую науку, нас пленили новые горизонты, мы чувствовали, что производим переворот в жизни человечества. Я гордился тем, что участвую в таком потрясающем проекте. Гордился тем, что работаю бок о бок с гением. Еще во время самых первых экспериментов мы заметили, что телепортация происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Причем время этой задержки варьируется. Телепортация происходит следующим образом. Объекты разбираются до квантового уровня, переносятся и вновь собираются в точке выхода. Каждый этап этого процесса должен был осуществляться мгновенно. Но мы так и не поняли, откуда берется задержка. Мы отправили через телепорт робота с видеокамерой и были потрясены. Робот успел отснять несколько кадров, и с них прямо в камеру смотрело несколько пар глаз. Мы обнаружили новую форму жизни. Бетругер немедленно отправил запрос на присылку добровольцев, желательно из числа солдат охраны. Он хотел поймать этих существ живыми. Я сделал много ошибок в своей жизни, но есть один поступок, которого я буду стыдиться до конца дней. Нам нужно было получить разрешение медиков на отправку людей через телепорт. Подделал несколько отчетов, чтобы показать, что мы якобы ставили эксперименты на живых тканях. Тогда я пошел на подлог без зазрения совести. Но через несколько дней, когда мы пропустили через портал третьего испытуемого, он отгрызал собственные пальцы. Судя по всему, он сошел с ума. Мы стали отправлять людей группами, примерно раз в два дня. Вернувшись, люди рассказывали чудовищные вещи и показывали страшные фотографии. И в конце концов мы поняли, что открыли путь не просто в иное измерение. Мы открыли портал в преисподнюю и пытались захватить для анализа чертей. А потом доктор Бетругер сам отправился через портал. Не знаю, чем он думал. Этот эксперимент не планировался. Он просто включил портал и ушел. Мы не смогли его остановить. Он вернулся другим. Он выглядел так же, говорил так же, но не знаю. Что-то было не так. В конце концов, он сделал немыслимое. Взял душекуб, артефакт, который нашли в руинах, и унес его за портал. Стабилизаторы портала отказали, и на базе разверся настоящий ад. Какие же мы дураки. Нам надо было уничтожить порталы, как только мы поняли, что там на той стороне. О, Господи, прости меня. Что же я натворил? Кто-нибудь... Не дайте этому повториться. Простите. Йен Маккормик. Конец записи.
Система готова. Телепортация начнется через 2, 1.